дороги, в том числе и те, которые уже ремонтировались годом ранее. Вот каждый год у нас обещают изобрести и использовать инновационный наноасфальт, как последний раз говорилось про полимерную основу, когда его будут наносить, чтобы ежегодно у нас не проводить на одних. Вы дорожник? Нет, но я житель. А какая дорога, которая второй раз делается? Очень часто в Астане, вот, проспект Мавзолея. Так, смотрите, тогда постарайся. Первое, что касается инновационных технологий, это добавки. Добавки, которые на верхний слой используются. Он сейчас используется, 97 видов разных добавок есть. Они сейчас используются и понятны. Это первое. Второе, теперь само строительство делится на несколько видов. Первый вид – это текущий ремонт. Второй вид – это который каждый год делается. Да? Второй вид – это средний ремонт, который по технологии каждые 5 лет делается. Третий вид – это капитальный ремонт, который через 15 лет делается. Те участки, которые вы видите, которые годом ранее были, это участки, где проходит средний ремонт. То есть яма, на него был сделан средний текущий ремонт, и следующий год – эта яма заново образовалась, и его дальше текущий ремонт проходит. Это естественный дорожный процесс. В этом вина не только качество, в этом в том числе факторов много, очень много факторов. К примеру, вот большие грузы. У нас, согласно нормам, нагрузка на ось должна быть 25 тонн. А большие грузы, которые завозят инертные материалы, порой бывает всего 600 тонн. Разрушает дорогу? Безусловно, разрушает. И в связи с этим приходится делать дополнительную ремонтную работу. Но текущий ремонт на каждом участке – это ежегодная работа. Но в Астане же большие грузы не ездят. Нет, не считаю никоим образом. Это не так. У нас денег не хватает. То есть такого, чтобы просто один участок сделать и его без конца сделать – это же деньги. Если денег достаточно, у нас есть участки, куда нужно потратить. Куда нужно деньги потратить? Теперь по Астане, которая делается текущий ремонт, еще раз объясню, да? Это текущий ремонт, который каждый участок проходит определенный вид ремонта. Это естественный процесс, это чтобы так называемое содержание дороги.